Приведу одну простую истину. Разрушить можно быстро и легко. Построить и создать – это процесс долгий. И, по крайней мере, строить мы начинаем тогда, когда у нас есть качественный, продуманный проект. Без проекта никто строить не начинает. И вот при такой аналогии я бы хотел задаться вопросом, а нужно ли сегодня рушить? Или, может, все-таки за ближайший год запроектировать, а потом начать строить? Некоторые депутаты полагают, что годовая отсрочка нужна для подготовки выборов в областную думу. Ведь в городских больницах и поликлиниках трудятся 7500 медиков. С учетом их семей получается более 20 000 потенциальных избирателей.